не спешите. У нас на выход! Открывай! В полисе начинается мирная конференция. Соберутся лидеры Ганзы, Красной линии, Рейха. Но я слишком хорошо знаю человека, Артем. Все бесполезно. Войны не избежать. Если не случится чудо. Проходите. Так, двигаясь по тоннелю, поезд с черным мы уже не догоним. Но есть один вариант. Мы покидаем станцию. Вот пропуск. Порядок. В полис идете? Нет, открой межлинейный тоннель. Да что же нам? Межлинейник? Но там же тупик. И опасно там. Тупик? Нет, это путь. Путь к судьбе, к будущему. Открывай. Идем, Артем. Аккуратнее там с генераторами. Никакой это не тупик, Артем. Просто случайный человек моментально заблудится в этих тоннелях, а еще больше в самом себе. И сгинет без следа, как это случалось не раз. Но мы здесь не случайно. Нас ведет судьба. Все думают, что метро — это просто туннели, станции. Дело наших рук. Безжизненная и бездушная конструкция. Но есть в метро особое место. Там мало кто бывал, и почти никто не вернулся. Его называют рекой судьбы. Потому что оно может переломить судьбу, смыть тину прошлого и открыть новое будущее. Если в реку судьбы вступит человек, всей душой желающий получить этот шанс, река вынесет его в место и время, где можно изменить все. Помни, главное найти черного. Это единственное, что надо просить у реки. Метро – живое существо. Дышащее, обладающее душой и мыслящее. Тут надо быть настороже. Глухое место.
Слышишь? Приготовься! Зверьё и пустота. Пойдем дальше. Хорошо. Там за паутиной что-то есть. Занимательно. Знак? Решетка прогнила, да и приварена наспех. Артем, помоги! Артем, жги паутину дальше! Смотри, вода! Мы почти пришли! Где-то недалеко! Вокруг смыкается тьма. Главное не потеряться в ней. Теперь не спеши и ничему не удивляйся. Странное это место. Думаю, это тебя. Оставаться. Это она, река судьбы. Великая иногда выглядит жалко. Надо войти в воду. В воду, думай о том, что ты должен изменить в своей судьбе. Думай о черном.
Дальше! Иди дальше! Не бойся, сюда тебя привел не я, а сама судьба. Думай о черном, и река вынесет тебя к нему. Это башня. А там внизу городище черных. Тот миг, когда ты послал на них ракеты. Смотри, это ты сам. Река может очистить тебя от груза ошибок. Переломи свою судьбу. Ты сможешь. Верши свою судьбу своими руками. Это их город, их дом, все, что от него осталось. Гляди, это он! Черный! За ним! Быстрее! Тупик, это здесь ты его почти догнал? Попробуй еще раз, Артем. Черный! Он все еще в цирке уродов. На поезде! Смотри! За ним, скорей! Впереди! Скорее, вперед! Почти нагнали! За ним! Черт! Нет! За ним! Дьявол, я и забыл, что эта река не только мистическая сущность. Опять горит. Кажется, мы снова в обычном мире. Когда мы выходили из реки, черный был совсем рядом. Думаю, он и сейчас где-то недалеко. Поезд явно где-то здесь. Пост 13, ответьте, боевая тревога. Повторяю, боевая тревога.
На линии обнаружен диверсионный отряд красных. Ожидается атака на ваш пост. Повторяю, возможно атака на ваш пост. Прыгай в дрезину. Главная цель — эвакуационный поезд. И поможет нам лишь чудо, Артем. Помни, что я рассказал тебе про Черного. Наша судьба — спасти его. И может, он спасет всех нас. Я не верю ему. В такое нельзя поверить. Но Хам не обманул меня. Эта странная река вернула меня в прошлое. В миг, когда я послал сигнал и уничтожил всех Черных. А потом вышвырнула меня в место, где я могу найти единственного живого из них. Беспомощного и безобидного детеныша.